Добрый день, дорогущие мои друзья. Вот передо мной лежит такой саквояжик с надписью Foxwell. Ну, это говорит о том, что я стал счастливым обладателем новейшего нового анализатора аккумуляторов фирмы Foxwell. Сказать, что я рад, значит, ну, практически ничего не сказать. Это будет очень скромно. Последний раз я так радовался, наверное, более полувека тому назад. От волнения даже закурил сигаретку, вот сигареты, записываю ролик. Но не переживайте, буду курить не в затяжку. Радовался более полувека тому назад, когда Дед Мороз подарил мне коньки. Правда, Дед Мороз учел не все мои пожелания. Я заказывал ботинки черного или коричневого цвета. Он принес почему-то белого. И спереди на лезвии была какая-то странная такая ножовка. То ли ножовка, то ли какие-то зубья. Ну, спросил у папы: пап, что это такое? Что за коньки такие? Мне так хотелось дутыши. Ну, папа сказал: не переживай, сынок, таких коньков ни у кого нет. Ну, и на самом деле, я когда вышел на лед, ну, как вышел, у моих ног на тот момент любимые буквы были О и Х. Все равно каким-то чудесным образом я научился на них кататься. И Дед Мороз также не угадал немножко с размером этих коньков. На размер меньше они оказались. Блядь, ногти до сих пор ноют, как на ногах, как вспомню об этих коньках. Так вот, у меня была такая радость. И практически такая же радость наполняет мою душу, мое сердце на текущий момент. Не выдержала душа поэта, и вот этот сегодняшний ролик я чисто посвящу тому, как я стал обладателем вот такого чудесного прибора. Друзья, это подарок. Подарок от подписчика. Зовут его Павел, он из Москвы. Павел, огромнейшее тебе спасибо. Мне, честно говоря, вот такие подарки еще никто не делал. Глянул, ну, вы сами можете забить в поисковике, сколько стоит этот прибор. Я после того, как узнал цену, я полдня вообще не разговаривал ни с кем, забыл весь свой словарный запас, поэтому озвучивать не буду, друзья. Сами наберете, кому интересно, и посмотрите, сколько же стоит такой прибор. Но это вкратце о том, как я стал обладателем этого прибора. Павел выслал мне, вернее, не мне, а выслал этот прибор в Челябинск. Моя супруга в тот момент находилась в Челябинске. И вот вчера вечером она приехала и привезла вот это... вот эту красоту. Своего рода этот ролик будет у нас как бы распаковкой и внешним знакомством. Разделю вот это блаженство на несколько серий, на несколько роликов, и постепенно будем знакомиться с этим прибором
и оценивать его спортивные качества, спортивно-деловые качества. Так, ну давайте тянуть кота за одно место не будем и откроем коробочку саквояж. Что мы видим внутри? Ну, рекламная брошюрка вот такая вот. Инструкция на английском языке. Foxwell BT780. Это крокодилы. Вот с таким микрофонным подключением. Кстати, нашел в одном сайте, что крокодилы сделаны из чистой меди. Давайте сейчас это проверим. Сейчас я схожу за магнитом. Вот такой у меня магнит. А нет, магнитица. Обмедненные. Значит, производитель немного хлестанулся, сказав, что это чистая медь. Кроме крокодилов, здесь картридер, в комплекте картридер, непосредственно сам прибор, три рулона запасной термобумаги и сам прибор, друзья. Ну вот, первый раз, когда я его вчера взял в руки, было такое же практически ощущение, когда первый раз я взялся за женскую грудь, наверное. Ну или не грудь, за пупок. Корпус прорезиненный, солидно держится в руках. Значит, в этом анализаторе встроенная батарейка. Здесь в данном случае крона. Ну, откручивать, показывать не буду. И вот так вот он выглядит. Очень красиво, очень солидно и презентабельно. Давайте попробуем его включить и просмотрим первые впечатления от того, что в нем есть. Значит, что мы видим в меню? Проверить аккумулятор. Здесь можно сразу распечатать. Печать просмотр. Вольтметр. Язык. Язык установлен, как вы обратили внимание, уже русский. Теперь, значит, имя магазина можно включить. Я уже забил. Значит, у нас будет Акум сервис. Так. Оперный театр сервис. Ну, блин. Немножко лоханулся. Так. Давайте опять забьем S. Удалил S. Нет, я еще и удалил. Так, вот таким образом оно забивается. Сервис. Все. И техник. Техник у нас будет Николаевич. Так, следующее обновление. Обновление здесь производится через флешку. Вот здесь, видите, стоит флешка на 4 гига. Ну, вытаскивать не буду, поверьте на слово. Это, скорее всего, форматирование. Информация о версии. Версия вот такая у нас. Battery Tester.
И вот такая прошивка. Искал вчера в интернете обновления, но так ничего и не нашел. Вот это первые впечатления. Тактильно очень хорошо лежит в руке. Очень презентабельный, очень красивый. Будет много слов очень. Так, выключаем. О, вот так вот отключается он. Так что, друзья, надеюсь, что этот тестер будет показывать правильные результаты параметров батареи. И очень надеюсь, что это будет, что он станет основным моим тестером в нашей, в моей работе. Потому как, ну, на самом деле, просто красота. Просто безумная красота. Еще раз огромнейшее спасибо Павлу. Он в интернете, в Ютубе у него ник Иван Фадеев. Паша, напиши комментарий свой, оставь комментарий. Кстати, история такая была. В комментарии Павел написал: хочу сделать вам подарок. Напишите номер телефона. Ну, я ответил, что на любой батарейке вы сможете найти мой номер телефона. Он же WhatsApp. Павел связался по WhatsApp и написал: Олег Николаевич, хочу подарить вам тестер. Сделать подарок и подарить вам тестер. Честно, ну, тестер и тестер. Я просто не ожидал, что будет не тестер, а анализатор. Чудо-анализатор. Вот такого безумно красивого плана. И когда он пришел в Челябинск, и, естественно, сын сноха там выслали мне фото. У меня опять был ступор, я не мог ни с кем разговаривать. Я щипал себя за руку, за ногу. Пытался проснуться, думал, это, блядь, ну во сне. Ну не может быть такого супер подарка. Теперь я точно не сплю, теперь я записываю предварительный ролик перед тем, как мы начнем тестировать это красивое детище Foxwell. И будем, по-любому будем радоваться дальнейшей работе и продвигаться дальше. Павел, еще раз я должен, наверное, не один раз сказать, а примерно 100 тысяч миллионов раз тебе огромнейшее спасибо за твое доброе сердце, за щедрую твою душу и за такой шикарный просто подарок. Друзья, подарок это на самом деле просто бомбический. Думаю, что в ближайшее время выйдет продолжение этого ролика. Я начну его с сегодняшнего дня осваивать. Делать сравнение. И в дальнейшем это будет все выглядеть в виде нашей видеоновеллы. То есть сравнения все будут честные. Без наебок. Вот так вот вам скажу.
сравним на новых батареях, сравним на старых батареях, на разряженных, заряженных до, после. Короче, на полу, на потолке, на стенах, блядь, ну, везде будет сравнение. Но чует мое слабое сердце, что вот эта красота будет моим основным прибором. На этом наш вступительный ролик, считаю, что будет завершен. Я хочу всем пожелать добра, удачи, здоровья, чтобы у кого-то когда-то был точно такой же подарок, и чтобы ваша душа пела от радости и от счастья. Да, я счастливый человек, потому что у меня есть вот такой вот БТ-780 и в таком вот шикарном саквояжике. Так, здоровья, удачи желал. Если не желал, пожелаю еще раз, потому что мысли с утра у меня расположены только в том направлении, как его быстрее подключить и начать с ним работать. Самое главное, друзья, ой, блядь, подниму свой пердунок. Берегите свои батарейки. Всем пока. Добрый день, дорогущие друзья. Вот, душа поет, как говорится, а сердце плачет. И так хочется начать уже тестирование нового бомбического тестера, который прислал мне, который подарил мне подписчик. И сегодня проведем такой первоначальный тест на батарее, которую мне сегодня нужно отдать. Вот это у нас Барсик 75-й. 650 ампер заявлено. Вот с такими параметрами он пришел с магазина. У нас в одном из магазинов идет распродажа. И батарейка вот с такими параметрами она вышла. Так, батарейка 22 года. Но начало, это начало этого года. Так, 72 день, это получается март. Поэтому, естественно, батарейка просела, более полугода она простояла. Значит, сравнивать будем вот согласно вот этой таблице. Так, здесь я указал 4 тестера, которые у меня есть в наличии. И будем сравнивать эти показатели и, как говорится, добиваться истины. Так, вот эта последняя графа мы запишем. Ну, не запишем, давайте запишем все-таки. Это номинальный пусковой ток заявленный. И, блядь, а зачем? Ну ладно, пусть будет, хай буде. Как говорится, давайте начнем с БТ-360. Друзья, как видите, палас требует у меня замены. Пыль, да, действительно, грязь. Как написал один пендих, я бы этому мастеру свои батарейки не доверил. У него, блядь, пыль, грязь, бардак. Ну, для сказочных долбоебов скажу, что напомню, что у меня мастерская, друзья. Это мастерская. И здесь я работаю, а не записываю ролики. Ролики я записываю, ну, может, 10-15 минут в неделю. А работаю я здесь каждый день. И работы, как говорится, не початый край. Поэтому пыль, да, поэтому грязь. А хули делать? Работаем. А не говно давим в комментариях. Так, вне автомобиля, после зарядки, нормальная батарея EN
650 ампер выставляем. Вот так вот. И записываем показатели БТ-360. Так, СОХ 100, 198, выдает пусковой ток 695, напряжение у нас 13-12, сопротивление 3,96. Следующий кричит заведующий. Так, наш... проверенный лучший друг. Конвей 600. Так. Обычная 650. Вот так вот конвей нам выдает. СОХ 90. СОХ 98. 618 ампер выдает конвей. Напряжение 13,06, сопротивление 4,46. Убираем конвейчик. Вон батарейка. С батарейкой придется еще поработать. 870. Блять, не то подключил. Подключаем 870. Так, 650. 98% у нас показывает. 870. 98. Записываем. 100% заряда. Пусковой ток 641. 641. Напряжение 13,07, сопротивление 4,55. Так, ну и наш Foxwell. Очень длинный, блин, очень длинный провод. Очень длинный. Ну, по внешним ощущениям я еще не мерил. Замерил, ну, больше метра. Прям больше метра. Кабелек. Ну, наверное, сделаю отдельный обзор на него. Напишите в комментариях, нужен отдельный обзор или нет. Тестов будет очень много, друзья. Все-таки... хочется докопаться, как я уже говорил, до истины. Так, проверить аккумулятор. Николаевич, техник Николаевич, местоположение вне, вне транспортного средства. Типа, вот здесь два типа у нас, обычный и старт-стоп. Батарея. Это у нас обычный. Клеммы сверху. Блять, а что, есть клеммы сбоку?
Не понял. Ну да, клеммы сверху. Так, тип аккумулятора обычный. Всего лишь навсего здесь три типа аккумуляторов. Обычный, ЭГМ и ГЕО. Обычный EN650. Проводим проверку. Госномер. Можно записать госномер, но мы не будем записывать его. Хотя это можно сделать для того, чтобы отпечатать чек. Вот я здесь печатал его и даже записал госномер. Это вот такой функционал у этого прибора нет. Так, и что мы видим? Что мы видим? Ага, вольт у нас напряжение 13,02. Измеренный ток 610. Дальше. Сопротивление 5,44. 5,44. СОХ 79%. 79%. СОК 100%. Обычный. Так, проверка типа обычный. Так, ну и что? И что мы видим на самом деле? Давайте сравним показатели. А, давайте еще один сделаем замер. Вот такого плана. Мы замерим напряжение аккумулятора мультиметром. И посмотрим, где у нас 13,03. Показывает мультиметр. Где у нас наиболее точное? Так, запишем здесь 13,03. И вот теперь можно сравнить показатели. Фок своего показывает 79% по СОХу. Реально батарея выдает 610 ампер. Напряжение 13,02. По мультиметру 13,03. Как видим, сопротивление самое высокое тоже у Foxwell'а. Пусковой наименьший у Foxwell'а, но ближе все-таки у нашего 600-го конвея, друзья. Во как. И все-таки 600-й конвей ближе к истине. 90 по СОХу, а на Foxwell'е 79%. Вы знаете, вот меня вот такие показатели убеждают, что прибор наш красавчик, красавчик. И он, скорее всего, вот этот прибор не пиздит, в отличие от вот этих вот двух парней. Вот в этом я сразу был разочарован. Ближе к истине у нас 600-й. И вот такие показатели, пусть они будут ниже таких жизнерадостных, но для аккумуляторщика это будет стимул поработать еще. Поэтому я, наверное, проведу с этой батарейкой еще кое-какую работежку. И постараюсь вытащить ее.
Первое. А, мы забыли, ёпты, блядь. Ну-ка, отпечатаем. А, блядь. Печать, вот так вот. А чё не печатает-то, блядь? Ага. О! Какая красота! Да ебучий случай! Ай-яй-яй-яй-яй! И вот, пожалуйста, уважаемый клиент, получите чек на ваш аккумулятор. Хороший аккумулятор, пишет. Вот не удивлюсь, если здесь будет написано, если все параметры выползут, которые один в один, что он напишет заебательский аккумулятор. Было бы вообще лихо. Пожалуйста, СОХ 79. Это мы все отметили здесь. 5,44 сопротивление. Заряд 100%, номинал 650. Тип аккумулятора обычный. Короче, вот как-то так, ребята. Сегодня, я думаю, выйдет два ролика. Нет, не два. Выйдет один, и в день буду выпускать по одному ролику, дабы вам не остохуеть, не надоесть, не надоесть. Поэтому будем растягивать это удовольствие и будем тестить вот эти вот наши приборчики. Ну, тестер, блядь. Просто я прусь от него. Ну что, друзья, на этом ролик наш сегодняшний, еще один, будет завершен. Пишите в комментариях, что бы конкретно вы хотели увидеть от этих тестеров. Конечно, проведу обязательно диагностику на автомобиле. Ну, для этого, друзья, бляха-муха, собрали 14, на сегодняшний день, 14 350 рублей, 14 350 рублей. Чуть-чуть осталось до того момента, когда я буду снимать обои, вернее, работать двумя руками и снимать для вас, ну, скажем так, охуевертительный контент, который будет и по диагностике, и по рабочим каким-то моментам, когда мне нужны будут руки, когда я, когда дождемся этого момента, когда он наступит, вы в этом убедитесь сами. А теперь, друзья, всем улыбок на лице, хорошего, прекрасного настроения, здоровья, благополучия. Берегите свои батарейки. Всем пока.